интересное растение – клевия. Растение, которое сейчас, в январе, еще находится как бы в стадии покоя. Оно еще в полудреме. Но у нас сегодня солнышко, и очень захотелось рассказать вам про клевию, о том, как ее размножить, как за ней ухаживать. У меня есть много фильмов. Ну вот сегодня сделаю обобщающий такой фильм. Так что? Что же это за такое интересное растение? Клевия, как и многие наши растения, иностранка. Почему иностранка? Она из Южной Африки. А на наших подоконниках оно появилось довольно-довольно давно. Есть желание заглянуть в разновидности клевии. Можете посмотреть фильм. А если у вас возникает вопрос, как же размножать клевию, я вам расскажу. Ее можно размножать вот такими семенами. У меня про это тоже есть фильм. А можно размножать делением куста. У меня также есть фильм, как мы с моей племянницей Лилией делили огроменный куст клевии. И у нас получилось очень много растений, которые мы рассадили. Вот здесь кажется, что уже очень много, но пространства в горшке еще достаточно, поэтому делить ее не стоит. Вот основной куст, а от него идут детки. Если все-таки волнует вопрос, как же размножить деление, вот посмотрите, отделили часть. Это было еще при первом самом страшном делении. Если вы заглянули в фильм, вы увидели. А здесь, как видите, еще довольно много места. Поэтому в этом горшке клевия еще будет долго находиться. Хотя дала уже отпрыски. У нее очень мощная корневая система. И если посмотреть, корешки, видите, уже и на поверхность выходят. Про вот эти две клевии у меня тоже есть фильм. Я их приобрела на базаре у бабушки. Не потому, что мне она была очень нужна, а ради эксперимента. Бабуля сказала, что она разделила свою клевию на много растений и предложила мне купить, ну, за символическую цену. И если посмотрите вот этот фильм, ссылочка вверху, увидите, что одна клевия была совершенно непригодная к жизни, то есть корней почти не было. Но, как видите, живет. И в фильме вы узнаете, какая клевия была без корней. И как себя чувствует теперь на 8 января эти две клевии. Теперь вы знаете, что клевию можно размножать делением куста. Ну, а вот здесь семена. О том, как посадить семена, у меня тоже есть фильм. Вот эти семена уже готовы. Клевия цвела в марте, и обычно у меня она цветет раз в год. И смотрите, вот эта клевия выросла из семян. Так уж получилось, что из трех, по-моему, выросла одна. Растет очень медленно. Ну, ей же надо нарастить корневую систему. Поэтому листьев не так много, но я очень рада, что все-таки есть рост у этой малютки. В этом коротком фильме я вас познакомила с красавицей клевией. И если вы
загляните в мои фильмы, вы узнаете, какие разновидности клевий есть. Познакомила вас, как можно размножить это интересное и неприхотливое растение. Некоторые скажут, ну да, неприхотливое, у меня не растет, мне страшно, значит, у вас растут другие растения. А у меня клевия чувствует себя хорошо. И если вы заметили, у меня в оранжерейке растения в основном неприхотливые, те, которые приносят радость от роста, от внешнего вида. Я буду рада, если мой фильм поможет вам. Теперь вы узнали, что размножать клевию можно делением куста и семенами. Но не заливайте клевию во время покоя. Очень внимательно отнеситесь к этому пункту. Зимой у клевии период покоя, поэтому поливать надо очень-очень-очень редко. Надеюсь, фильм вам понравился. С вами была Екатерина Снеткова и мои клевии. А их у меня довольно много. Могу поделиться, могу обменяться, так как у меня только вот такая оранжевая клевия. Всего доброго! 8 января 2020 года.